Всем привет! Сегодня хочу пересадить своих малышей, одешек. Им сегодня исполняется 5 месяцев. Корневая у них очень хорошо разрослась, здесь стаканчики. Хочу убрать. Вот в такие хочу посадить их, контейнера. Вот такие они у меня. Красавцы выросли. Распушились очень хорошо все. Ну, вот этого можно обрезать. Очень толстые все, посмотрите. Поменяю ему сейчас грунт. Сейчас размочу грунт из мякоти кокосового ореха. Здесь вот у меня вода. Сейчас его полностью положу, чтобы размок. Насыпаем перлит. Ну, чтобы пыль не летела вот так вот. Почва, грунт, можно любого добавить, угля. Рукой, наверное, лучше перемешиваем. Я просто там хочу еще пересадить взрослое растение, тоже адениум. Ему просто там места не хватает, поэтому я развожу побольше грунта. Такая почва должна быть прям достаточно рыхлая. Но она сейчас у меня еще влажная. Хорошо влажная. Можно даже еще перлита добавить. Ну, такая пушистый очень грунт получается, не комкующийся абсолютно. На дно понемножку керамзита обязательно. Так, ну что, начнем. А вот, кстати, и мой экземпляр, который сидит на пенопласте. Этот друг у меня сидит на пенопласте. Посмотрите, что у него. Сейчас я уберу пенопласт. Он прирос полностью к корням. Вот, смотрите, что у него тут. Видите? Как хорошо корешки пошли. Вот. Очень интересный экземпляр будет.
В общем, адениум, который сидел на пенопласте, я взяла пошире горшок, насыпала туда дренаж побольше. Добавляю удобрение. Осмокот добавляю. Мне нравится это удобрение очень. Вот на такую крышечку я его сейчас посажу. Вот так вот это будет выглядеть. Расправлю ему корешочки. Туда вот направлю ему, чтобы он... Так земелька его присыплю. Пусть наращивает себе корешочки. В будущем будет очень интересный экземпляр. Один готов. Так, этот сюда сейчас. Она корневая. Прекрасная просто. Здесь вот прям вот такие толстые корешочки. Но они мне, конечно, сухие. Я их поливаю вроде хорошо. Но они у меня прям такие. Вот видите, какие корни прям толстые. Такой красивый экземпляр очень. Это у меня обычный, необрезанный горшочек только-только. Ну, места там хватает, им пока достаточно. Нарастить попу. Здесь у меня номер 3. Это сорт под номером 3. У меня записано. Чуть-чуть удобрения. Корневая тоже великолепная. Этот второй у меня с обрезанной попой. Он сидит на пенопласте полностью. Сейчас тоже его будем вытаскивать. Какие корешочки хорошие. Просто отличные. Вот такую ему крышечку. Вот таким образом я его сейчас посажу. Так, расправлю. Тоже будет просто великолепный экземпляр. Я вот заметила, вот которым я обрезала попу, у них корневая система вообще просто большая. Нарастили столько корней по сравнению тем, которым не обстригала ничего. Вот так вот. Очень интересно.
Это мои с Алиэкспресс. Я их тоже сразу пересадила. Но поливать их буду дозированно, потому что у них корешочки маленькие. А вот этот вот прям вообще хорошо вырос. Им вот всего 2 месяца. Этот прям отличается, корневая система у него такая была прям вообще. То есть он, можно сказать, вот 5 месяцев адениум. И вот это 2-месячные, он наравне. Вот, все вроде разложила. Теперь я их полью, потому что у меня грунт, где они сидели, прям вообще сухой был. Пересадила свои адениумы. У меня их 29. Но здесь еще 5 с Алиэкспресса. Вот. Ну, я думаю, адениумы все неплохие. Очень все хорошо ветвятся. Толстенькие. Я их немного углубила, для того, чтобы они наращивали себе каутекс. Не стала наверх поднимать. Там нечего пока показывать. Ну все. Всем спасибо. Пока-пока.